Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Мафию. Вот. Прикольная игра, конечно, не детализирована вообще, и иногда баги бывают, но ничего. Поэтому, Саша, поудобнее. Кофе, чай, кому что нравится. Приятного аппетита, кто кушает, и пледик не забывайте. Хорошее настроение, если его нет, то я надеюсь, оно появится в течение данного ролика. Сажусь поудобнее, а мы начинаем. Кстати, ребята, подписывайтесь на Телеграм, Телеграм-канал, там ссылка есть в описании, на ВК-группу и Телеграм-канал, вот, чтобы узнавать инсайды всякие, да, которые я, возможно, не пощу, да, там, в каких-то других соцсетях, в той же группе или вообще не снимаю видео, но там больше о моей жизни, наверное. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, конечно, больше узнаете инсайдов. 1932. Томми, у меня есть для тебя одно деликатное дело. Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты. Ты хороший водитель, и у тебя есть опыт. Ну, проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе. И я поставил на одного паренька, который до сих пор был фаворитом. Я немного помог ему с карьерой. Я люблю быстрые машины, и я сказал себе, самогонка? Что такое вложение могло бы окупиться. Ну, ты же понимаешь. А потом Ральфи говорит, что сюда приехал какой-то европеец. И его машина обязательно выиграет. Ральфи знает машины, он по ним настоящий мастер. Но в остальном полный идиот. Ну, что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана? Но все же, какого черта этот парень, черт знает откуда делает здесь? Это же американские гонки. Я и другие уважаемые люди думали, что же делать. Многие наши ребята сделали ту же ставку, что и я. И они, конечно, не горят желанием потерять зелень. И за кого будут держать меня люди? За старого идиота, Томми? Этого допускать нельзя. Я и мои канцельери много думали об этом. Несчастный случай с гонщиком не годится. Это будет нечестной игрой. Такая победа мне не в радость. Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами гонщиков. Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику, который знает в них толк. Он глянет на нее и, возможно, улучшит нашу. Как только он закончит, ты отвезешь ее назад. Важно, чтобы машина была на месте до того, как кто-то заметит пропажу. И даже не думай о том, чтобы ее помять. Или попасться с ней в лапы копам. Понял меня? Да, босс. Если сможешь провернуть дело, то получишь долю с выигрыша, разумеется. Ну, вперед. Ральф объяснит, куда и как. Да еще с этой картой охуенной. Сейчас этой карты охеренной, блять. Так, куда нам, блять? Блять, как я там, блять, выходил? Я в шоках, ребятки, нахожусь. Ебать, что он тут делает? Нам же к нему, правильно? Где он? Привет, Ральфи. Знаешь что-нибудь про эту работенку? Конечно, Томми. Тебе нужно пойти на городской трек и позаимствовать там тачку. Мой друг Бобби там работает. Подъезжаешь туда и увидишь дорогу. Там найдешь сторожку. Скажи Бобби, что тебя послал Ральф, и он проводит тебя к машине. С ним уже договорено. А потом?
Потом отвезешь ее в автомастерскую моего друга Луки Бертоне. Это в Нью-Йорке под мостом Джулиана. Он посмотрит и немного доведет ее до ума. Потом просто перевезешь ее назад. На первый взгляд просто. Но это нужно сделать до часа 15, пока не сменилась охрана. Никто не должен знать, что ночью машина куда-то ездила. Смотри, чтобы на ней не было ни царапинки, не попадайся копам. Ты не должен попасть им в лапы. Хм. И как мне туда добраться? Вообще копов будет пиздец. У меня есть кое-что новенькое. Не Совете забаговался. Красть машину. Нормально. Смотри. Вставь сюда кусочек проволоки и пошатай немного. Потом залезь вовнутрь и соедини эти два проводка. Да, это несложно. Спасибо, Ральфи. Теперь смотри, береги бензин, Том. Все, поехали. Честная игра. Ребята, если спросите, как я вижу, куда ехать, видите, вот в конце карты, вот смотрите, в левом, ближе к левому нижнему углу есть такая вот голубенькая такая стрелочка. Это туда, куда нам нужно ехать. Капец, да, сделано? Я говорю, капец вообще. Дэш! Смотри, жгут огонь вообще, что они делают? Жгут огонь? Жгут огонь, что, блядь? Вон, ребята жгут, что там веселятся, блядь. Нет карты? Охуенно, что могу сказать. Пошагнем, подойдем, спросим, что тут. Вечер добрый. Ты должно быть друг Ральфа. Верно. Ладно, я пропущу тебя. От души, блядь. Давай прямо к гаражам. Да, осуждаем, блядь. Бля, сейчас будут те самые гонки легендарные, да?
Нам с вами чисто прямо сейчас. Ладно, мы на месте, дружище. Давай, у нас мало времени. Давай. Открывай речь, ебать, время-то идет. Ля. Это она и есть? Парень, будь очень осторожен. На ней не должно быть ни царапинки. И копов сторонись, как огня. Это очень заметная машина. Да уж. Через полчаса здесь будет смена, и к этому времени ты должен быть на месте, приятель. Будь очень осторожен, машина быстрая. Может быть, это самая быстрая машина на свете, кто знает. Конечно, Боб, без проблем. За полчаса я все сделаю. Ну, а как мне сесть-то, блядь? Как в нее сесть, блядь? А, с этой стороны. Нихуя. Блядь, и самые гонки, ребята. Ляши. Ну, очень быстро машина, блядь, слушайте. Ой, блядь, реально очень быстро. Самое смешное наблюдать над тем, как чел. Видите, как поворачивается? Ух, бля, ребята. Бля, кто-нибудь заклипует это, блядь, в ТикТок, не знаю. Что творится, дри, блядь, чертовка. Так, главное ментов опасаться сейчас. Ты мент? Нет. Что они на карте эти? Они на карте такие голубенькие, очень синенькие. Бля, только бы это не мин был. Блядь, это пиздец, ребят. Нет, это не менты. Ребят, напишите в комментариях, как распознать мента по машине, типа. Просто по карте он типа не сразу показывается, что. Не туда, не назад. Блядь, под 70. Нормально так, кстати. Она резвая. Это уже радует меня. Куда? Угу. Блять. Я нечаянно. Просто загляделся на карту. Бля, это прикинь, таком. Опа, желтый, это что? Давай посмотрим с тобой. Вот эти.
Давай, давай, троллейбус, езжай. Какие-то челики, блядь. Осуждаю такое, если что. Ну, вроде бы успел. Привет. Ты ведь от Сальери, так? Я Лука Бертоне. Привет. Меня зовут Том. Говорят, ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку. Не без этого. Ну, тогда лучше шевелись. У нас всего 27 минут осталось. Не густо. Давай еще походи год, блядь, над ней, посмотри, как что-то. Посмотрим, что можно сделать. Можешь пока расслабиться. Пиздец, блядь. Я в шоках, нахуй. Ну, как продвигается дело? Только что закончил. Поезжай. Но тебе придется торопиться. Она будет не так резва, как на пути сюда. Спасибо. Мистеру Сальери понравится твоя работа. Ясное дело. Передавай ему привет от меня. Если что-то еще понадобится, я всегда к его услугам. Я поставил на того же гонщика, что и он. Ну да, она не такая резвая прям. Суждаю это. Это было сейчас очень жестко, ребят. Бля, ну мы успеем? Я думаю, успеем. Видите, раньше вот на таких выступали в гонках машинах. Просто на капсулах, блядь, времени. Немного быстрее, чем обычные тачки. Фонг. Да? Фонг. Надо включить, а кто-то все, блядь.
Тихо, тихо. Смотри, не засчитала за дамаж. Тебя протерся. Это какие-то колеса странные, да? Справился, дружище. На машине ни царапинки. Да, спасибо, блядь. Бубе. Тоже въебался, блядь, нахуй минут назад, ничего не значит, да? Наше счастье, что все хорошо. Просто нечаянно въебался в эту хуйню. Я тоже поставил подъемник. На машину Дона. Похоже, что все поставили. Я и все мои соседи поставили на нее. Думаю, водитель тоже кое-что значит. Конечно. Ладно, не буду тебя задерживать. Спокойной ночи. Счастливо, Бобби. Спасибо за помощь. И вот на этой медленной хуйне ехать нам с вами. Блять, самые гонки. Значит, следующее задание будут гонки сами, да? Окей. Новые тачки в гараже появились. Эй, Луиджи! Эй, Томми! Где все? Все ушли на гонки, ты опоздал. Мне нужно было немного поспать после ночной работы. Ага. Алло? Да? Сэр, он только что вошел. Конечно. Это тебя, Том. Алло? Это Фрэнк, Том. Ты хорошо постарался вчера, но нам снова нужна твоя помощь. Немедленно езжай на гоночную трассу. Парню, который должен был выиграть гонки, сломал руку какой-то громила. Это не случайность. Видишь ли, тебе придется участвовать в гонках. Но, Фрэнк, я... Том, до гонок осталось полчаса. И у меня нет времени обучать вождению кого-то еще. Боже, Том, здесь замешаны большие деньги. Это ты понимаешь? Ага, ладно. Фрэнк, но... Так что я жду тебя здесь, на трассе, как можно быстрее. Классно. Ты, вижу, не очень доволен. Да, так оно и есть. А давайте вот это, ребят, мы оставим с вами на следующую серию. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам поднял настроение. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.